С первых минут матча русские медведи лидировали, но отстоять победу было непросто. Из-за штрафов команда выступала в меньшинстве. Наверное, в первую очередь все-таки к нам вопрос, а второй вопрос судейства. Что за нарушение, почему? И мы себе практически испортили игру, потому что в 13 человек защищаться очень тяжело. И как только мы восстановились, в общем, да даже уже в меньшинстве, в разнице в одного человека, уже наше преимущество было явно. Эта встреча регбистов России и Германии была восьмой во всех предыдущих матчах. Победа оставалась за нашей сборной. В Сочи чемпионат по регби проходит во второй раз. Все службы города в эти дни работают в усиленном режиме, чтобы создать комфортную условия как для игры, так и для болельщиков. Регби так плавно влилось достаточно недавно в город. Тем не менее, это становится одним из любимых видов спорта горожан. У нас открыто отделение регби в городе Сочи. Уже занимаются ребята. Мы надеемся, что это направление будет только развиваться. Ну и, безусловно, учитывая статус матча для города, это один из моментов привлечения людей в город. Следующий матч запланирован на 12 марта. Россия сразится с командой Грузии.